Подшипниковый завод Степногорска является уникальным предприятием на всей территории СНГ. Здесь трудится более 2000 человек. 90% готовой продукции экспортируется в Россию. К слову, завод также обеспечивает рынок Казахстана, Узбекистана и Украины необходимыми запчастями. Предприятие уделяет особое внимание для улучшения условий труда работников. В начале текущего года заработная плата сотрудников выросла на 23% и составила в среднем 185 тысяч тенге. Задача стоит в первую очередь в этой нелегкой ситуации удержать коллектив. Это главная задача. Нам это удалось. Вторая главная задача в связи с тем, что в основном заводы ремонтные прекращают свою деятельность на следующем году, добавить значительные объемы по готовой продукции, по подшипнику. Выпускаем мы 272 типа подшипников, трех направлений. Это железнодорожное, сферическое и индустриальное. То есть подшипники всех групп на все виды оборудования. В планах предприятия производить 180 тысяч единиц готовой продукции в год. В первом квартале текущего года данный показатель достиг 160 тысяч. Это стало возможным благодаря внедрению современных технологий в процесс. Приобрели много станков с ЧПУ за последние годы. Их сейчас на заводе порядка 80 штук. Поэтому, то есть, приобрели хорошие линии закалочные, будем говорить, ролика. Это дает много с точки зрения экономии, как электроэнергии, так и качества продукции. Напомним, на сегодня завод производит 115-117 тысяч подшипников в месяц при производительной мощности 2 миллиона подшипников в год. Абай Кокимбек, Алганбек Манарбекулов, Василий Вережников, Абай Тулеген, Кокша Акпарат.